Джоан Роулинг лайкнула мужчин в платьях и пожалела. Создательницу Гарри Поттера Джоан Роулинг раскритиковали за лайк поста о трансгендерах. Пользователи Твиттер обвинили писательницу в трансфобии, сообщает Daily Mail. В твите, который понравился Роулинг, говорилось о трансгендерах как о мужчинах в платьях. Его опубликовала одна из британских активисток, борющихся за гендерное равенство. «На меня наорали мужчины на моем первом выступлении в лейбористской партии в 18 лет, потому что я попросила их избавиться от календаря Паги-3 с обнаженными женщинами Прим, Лента.ру. Мне сказали говорить громче, быть более сильной и независимой. Я часто не чувствовала поддержку. У мужчин в платьях и то больше солидарности. Это же на ненавистичество», написала она, после чего этот пост лайкнула писательница. «Возможно, вам следует уточнить, что вы имели в виду. Вы считаете, что трансгендерные женщины – это мужчины в платьях?» задается вопросом один из юзеров. «Я трансгендерная женщина. Я росла, читала, любила, от всей души желала поехать в Хогвартс. Это все еще одна из моих любимых серий. Я не мужчина в платье. Я не вторгаюсь в женский мир, присваивая женские права или притворяясь. Очень ранена твитом, с которым вы, видимо, согласились», пишет другая. Некоторые подписчики Роулинг выступили на ее защиту, подчеркивая, что один лайк еще не говорит о писательнице как о трансфобе. Позже представители литератора заявили, что это был неловкий момент среднего возраста. Поттериана — серия книг Роулинг о юном волшебнике Гарри Поттере, первая из которых вышла в 1998 году. Романы переведены на 77 языков и изданы общим тиражом более 500 миллионов экземпляров. Больше ада и странных новостей в телеграм-канале «Лента дна». Подпишись, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.